столбцы. Давайте ознакомимся со всеми настройками и функциями игры. Сперва можем выбрать модуль. Среди модулей доступны также единицы измерения – длина, масса, время. Настроим метод – ментально или же на абакусе. Можем настроить количество цифр и слагаемых, время выполнения упражнения и также прогресс. А режим диктанта отличный способ для того, чтобы укрепить и проверить знания своих учеников. Можем изменить дизайн, выбрав простой или анимационный. А во время урока можете отдельно настроить все настройки для каждого ученика.